А, так вот оно, что делаем, Данил? Данил? Так, вау! Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. JustCase.net. А ты уже окупился? Для всех любителей CSGO. Ссылка в описании. Погоди, я же запись еще не включил. Даня! Даня, ты мой! Иди в жопу, отстань от меня! Иди нахрен! Даня, ты мой! Даня! Пустите меня! Что у вас тут в сауне происходит, блядь? Чего надо от меня? Чего у вас тут в сауне, блядь, поесть ходит? Вы что там открываете? Даня, ты куда делся? А куда Даня убежал? Даня, ты мой! Даня, ты мой! Че, ёбнутый, бля, алё. Ганди, сука. Да, бля, короче, можно КС уже не записывать. Вот этого будет достаточно, что записали. Все, давай. Все, ребят, спасибо за запись, всем пока. Смотри, как ему хорошо-то, блин. Давай. Друзья, вечер добрый, с вами Квантум, Хелдорми, Хакер, Кратос. Сегодня, друзья, с CSGO с прятками. Всем привет, ребят. А, Сань, ты еще как поздоровался вообще, чем было? Короче, карту выпустил Килман новую, она только-только вышла, и мы ее записываем, да? Так, короче, смотрите, у нас Миша и Саня, братья гнилые жопа, мы с Антоном должны от них скрыться и выжить. Год дальше. Короче, ребята, мы спрятались, мы с Антоном должны выжить, а вы нас, как всегда, найти, бля! И выебать! Вот вы дебил, я не буду. Тихо. Ага, дверь открылась. Саня, не выбежай. Тихо, сиди, не двигайся. Что-то там это прыгнули на эту будку, да, там попрыгали. Я не понял. Вон они сидят на балконе. На балконе, вон они, вон. Охренеть! Как они тут? Саня, давай наверх, короче. Давай наверх, да. Они запрыгнули на катку с цветами. На катку с цветами. Я понял. Да. Кто хочет стать моей жертвой? О, Саня! Иди сюда! Иди сюда! Антона повязали, да. Антон убегает туда дальше по коридору. Где маленький хохол убегает? Уже нигде не убегает. Еще ни хера, мы то. Антон, посмотри, что там, Антон? Посмотри у меня, проверь. Побежали теперь, мы прячемся. Блин, Саня, есть какие-нибудь места? Сеньора Перфора. Есть? Сеньора Перфора! Есть? Ну я спрятался в тех местах уже там. В тех местах живет вода. А я ведь тоже человек, Саня. Блин, я не знаю, где тут еще есть нычки, тут вообще нигде нет нычек. Антон. Бля, у них 12 секунд осталось. Антон, мы выходим через совсем скоро. Короче, я вот тут, блядь. Они же выходят. Короче, Антон, 3, 2, 1, и мы выходим, полетели. Сзади, Данил! Гену вы не найдете, хрену мне достанете, понятно? Саня, как ты так быстро запрыгиваешь? Ну вот так вот. Бля, ну в смысле, а где Саня-то, алло? Ты потерял его, ты Саня сверху. Хорош вообще. Чё-чё, Антон был сверху? Чё-чё, Антон сверху был? Типа, в смысле? Вы чём мои мысли считаете? Вон он, Данил, возле пасека! Ой, блин. Где он возле пасека? Ой, они не знают, где? Пасек, в смысле, бассейн? Нет! Я, короче, вам дам подсказку. Я кину гранату. Да ладно! Я случайно сюда зашел, прикинь, гранату кидал. Это же ущербная нычка, да просто. Плохая нычка, да. Побежали, ребята! Так, мы опять с Данилом прячемся. Да. По-прежнему. Да. Что это? Беги, а что это? Данил дурак. Я думаю, еще так. Это пушка, стреляющая пузырями. Так, все, я бегу. Антон, меня пугает-то хрень, блин, долбанная. Это его лицо, Данил. Чего? В смысле? Просто здесь, сука, ну это такая нычка ущербная. Ущербная, ты думаешь? Они через 7 секунд выходят. Антон, ты готов, надеюсь? 5, 4. Не готов я ни к чему, отстаньте вообще. Ущербная нычка, слышишь, Сань? Погнали. Они вышли. Это граффити свежие. Что-то катаются там. Как ты туда забрался, Сань?
Так, погоди, откуда они нас... Ты где, Сань? Я здесь. В дыму теперь, ёжик, в тумане, нафиг. Блядь. Пойдем. Я вообще хз. Мы кушаем конфет. Вы вообще хотя бы прошли дальше свои нычки или нет? Интеллектуальная беседа. Сука! Я так и знал! Я видел тебя оттуда, Антон. Да, я так и знал. Хотя как Миша тогда в кустах сидел. Так, а где у нас? Где Данил? Где Данил? Где Данил? Где Данил? Где у нас живет Данил? Где у нас Даниил? Я тут никого не видел. Вы просто пробежали мимо подсказки, походу. Вы пробежали, откуда вы выбежали? Вот, да. Данил! А где он? Я не могу выбежать, так я вас не увидел. О! Он тут! Да! Данил! Иди сюда! Нет. Данил. Дверь! Да ты чё такой, сука, кривой? Данил! Данил! Критическая ошибка. Думаешь? Да куда ты? Миша! Он здесь, он здесь! Блядь, там, сука, зарешёчено! Даня, в нычку их, там дверь есть, сука! Ха-ха-ха-ха! О, смотри, попка. Так, нет. Бегите, Антон, мы должны их найти. Всё, и убить. Мы бежим. У меня нож новый. Чё мой брат по зомби? Вирусу. Брат по зомби? Брат по зомби? Брат позорный. Окей, друзья. 5. Даня, 4, да? 3. 3. 2. 1. Engage, побежали, искать. Engage. Я-то умею, я... Нет! Саня, ты умеешь! Нет! Кем был Антон? Нет! Миша, пришло твое время. Не надо. Надо? Надо. Яка-муха. Данил, брат гнилая жопа. Тихо. Это ты открыл? Нет, это не я кинул, открыл я. Буль-буль-буль. Нет, это не я кинул, открыл я. Нормально вообще? Нет, я открыл вход, но Гранту кидал не я. Гранту? Гранту? Ну, я не знаю, что это ложную хрень, эту шляпу усатую. Ну, Грант это и есть ложная хрень, шляпа усатая. Усатая шляпа. Усатая шляпа? Усапая шляпа. Усапая? Усапая шляпа. What's up, шляпа? Миша, давай подсказку. Ну, блять, как вам сказать? О, вот где я же вам гранату кинул. Миша, ну да, Миша, я не знаю, где граната, я ее не видел, поэтому... Ой, Данил ее видел, Данил, скажи. Я карасик, ничего не знаю. Это ты топал, Антон? Не знаю, наверное. В зеленой ограде? Да. Блять. Значит, это я, Данил. Нет тут никого. Нет. Они уже рядом. Там уж давно рядом как-то. Саня, бля. Ты бы еще граффити нарисовал. Нереально, Миш, дай подсказку. Ой-ой. Нет. Нет. Саня, как дела? Еще раз порежь, тебе башку нахрен снесу твою. Ой, да ладно, это же самое простое. Ты что, ты попутал? Это же просто. Сидел он здесь. Ой. Это же просто самое простое. Я убежал, пока вы там искали меня в парке. Бегите. Смотри, что я нашел. Бегите. Нет, видно здесь, сиди здесь. Нет, побежали, да. Погоди, это что-то быстро было. Нет, я с тобой хочу, Дань, я с тобой. Они какую-то близкую нычку нашли, слышишь? Я в нычке, Антон. Чего? Ты в нычке? Мы соседи. Понимаешь? Чё? Где вы? Чё? Подожди, стоп, она рядом со мной, что ли? Да. Там что-то в стене есть, я уверен. Там есть что-то в стене. Да? Чё он психует, Антон? Я не понимаю, почему он психует. Да не посмотри на меня, Данил. Да смотри, он тебя вырубит эту хрень в игре. В чате скажи. Чё вы там орёте? Саня. Что? Ого. Антон, тебя чё, спалили дубина? Данил, Саня, ну-ка подсадочку, мне кажется. Ну-ка, да, мне тоже дубина. Мне тоже кажется. Ты, сука, меня спалил. Подсадочку, погоди. Да, давай. Да! Ну-ка, давай теперь сюда. Да нет, он убежал, придурки! А, он убежал? Данил, ты дурак. Он где-то дверь хуярит. Он где-то к двери хуярит. Вот он здесь, бежи в сад, беги в сад по первому этажу. По первому этажу беги. Бегу. Данил, ты дурак. Я знаю, где он. Давай, он прям к тебе побежал. Да. Сука, вот он. Есть. Ты не побежал, Саня, ему наперерез. Блин, да. Мы выходим, Антон, я покоцал. Что за пикал? Давайте, выходите.
Нет, Дань, у меня, в принципе, есть идея. Дань, иди за мной, Дань, покажи. Нет, уйдет, нет, не нужно никаких идей, покажи, нужно найти ее. Покажи на кухню. Я знаю. Ого! Иди нафиг с медноместными накухами. Там она трехместная. Ого, смотри, куда я залез. Ого, сейчас. Да не, она трехместная. Опа. Окей, я иду к тебе. Побежали. Какие бежи, беги, есть? Бежите. Беги, бежите. Мы бежим. Какие-нибудь идеи есть, Саня? Нет, вообще идей нету. Он таким голосом жалостливым это сказал. А кусок текстуры, не, ничего не потеряется. Вылазим в окно. Да? Это лабиринт. Данил, лабиринт. Данил, вон она, на камне, за камнем. Ага, я вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Саня! Убери Саню. Ну, тапок, блин, понял? Че ты там лазишь-то? Миша. Ищем Мишеньку, ты где? Миша, ты на очереди у нас. Я знаю, блять, у меня очень хуёвая нычка. А, хуёвая по какой шкале? По... фиговости. Ну, блять, не знаю, 1 из 10. Вот это офигенно. Если бы вы очень захотели, вы бы меня нашли бы уже. Привет, да. Миш. Привет, Миш. А, тебя здесь нет? Ну ладно, пока тогда. Пока, Миш. Пока, я тут Миш. Есть вообще-то, Данил. А? Я тут есть вообще-то. Не, ну ты там нету, а тут есть, но это как бы сложно. Это как от Шрёдингера. Ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? Это все очень сложно. Это как теория относительности. Надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. Нет. Миш. Вряд ли они понимают. Где ты? В школе. Да, мне кажется, ты знаешь, где я. Ты не знаешь, где? Не знаю я, где ты. А зачем ты тогда сейчас запрыгивал ко мне и убежал? Ты не знаешь, где ты? Я не знаю, где ты. Это ничего себе, это уже диагнозом попахивает. Ну не в холодильнике уж точно, или что это такое? Ага! Я не знаю, где он. Ага, да. Антон, его там нет, скорее всего. Он угорает, мы рядом с ним бегаем, как дурачка. Да я просто про холодильник сказал, наугад, блять. А я там просто сидел, нахуй. Я забыл, что я в холодильнике сижу. В смысле? А, Антон. Чё, двойная игра, не понял. Антон, иди нахуй отсюда, Антон. В смысле? Прямом. Антон, ты где? Или это Данил? Я на площадке. Это Антон, блять. Что я делаю? Антон, ты где? Ты на дерево запрыгиваешь. Питер. Это Данил, блядь, беспалевный. В смысле, кавказец. Это я? Я бегу. Это ты? Вот я. Ты не увидел меня на дереве? Где он, на дереве? Он почти залез, он подо мной стоял, блядь. А, капец, Антон. Просто такой ублюдок, я не знаю. Вообще такая жесть. Запилили его. Если б я не сказал, бля. Я думал, он увидел меня. Посередине сядь, чтобы я видел. Пространство контролировал. Так, что-то там большое. Они уходят через 3 секунды. И не кидай ничего, понял? Погнали. Все, Антон, сиди. Вот гранатка. На жопе ровно, понял? Все, сидим, просто сидим. Саня. Ой, залезли что-то. Бегают, тут тапки долбаные. Сань, иди сюда. Нижний уровень парковки. Давай, как взрослые люди, цивилизованные, решим эту проблему. Нижний уровень парковки, Сань. Мы к тебе с печенькой пришли, ты к нам с войной. Миш, давай решим. Давай. Что у вас есть предложить мне? Вот и хорошо. Решай эту проблему. Ой, нет. Сука. Данил, эвакуация! Ай, блядь, сука! Бля, чё ты их притаптываешь? Пизда тебе, Антон. Я тебе говорю, пизда тебе. Сукин сын, отстань! Нет! Чё за жесть? Иди сюда, Антон! Нет! Антон! Чё ты на меня кидаешься? Пшёл вон! Алло! Сучка! Данил хорош! Хорош, Данил. Нет, да Миша, нет. Еееее, всех нагнул в одиночку. Ёпта, бля, лайк за это.